Итак, вот это мы едем в Юте. Прекрасный штат Юта. За рулем сам Денис. Так, вот здесь мы в таком прекрасном месте, в Канзасе, штат Канзас, 70-ка. На рестере остановились, все, что нужно, сделали. Еще сейчас сделаем. В таком вот красивом месте отдыхаем на пригорке. Сейчас перекусим и дальше в путь. Уже мы недалеко от цели. Сколько осталось? 10 часов? Меньше. 6? Окей, good. Слава Богу. Процесс идет. Скоро будем у цели. Друзья, остановились мы возле такого пруда на рестере. И вот тут гусики плавают себе спокойно, семейка. Детки уже подросли так солидно. Отдыхают. Отдыхают все в этой местности. Арканзас. Жизнь спокойная, размеренная, не спеша. И вот наш груз. Сегодняшний перевожу Дениса, сына. Ну, кстати, деталька, вот эти камни интересны, сейчас подойду к ним. Очень интересно, они так стоят. Видать, их сохранили. Природное явление на тонких ножках, чтобы не упали.